Тут вертикаль вообще. Копнули тут уже. Там вот ИВ-шка. Девочка. Леня на старте. Сейчас будет экшен. Все, крикнул Леня, что я снимаю. Он меня увидел. Поехали. Да. Переместиться или уже будем тут стоять? Да. Самурай. Хорошая машина, но с этими опрокидываниями. Ну, тут подъемчик, куда Леня долетит. Ну, красиво. Попробует еще раз. Протектор замылили. Лебедка. Не сдается. Лебедица имеет смысл, да. Сам себе сидит в теплом кресле, да? С новой печкой. Со свежепочиненной. Так, Юля куда-то подальше сразу. Юля, вот береза, Юля, вот за... Нельзя за нее, да? Трюк без фиксатора. Что должно уже все быть продумано, куда цепляться. Обычно идут по трассе. Юля. Юля перепутала право-слева. Обычно идут, размечают, кто куда, где цепляет, чтобы не терять время во время прохождения. Сразу дотянуться где-то сюда. Да.
было в экономия по времени. Под самый низ только, иначе оно упадет. Да, тут заходик, мама, не горюй, вертикальный. Смотри на колеса, не назад. Да, тут перекосик. Знаешь, что сейчас будет. Леня валится в мою сторону. Берёза, Леня залепил меня. Или страса, наверное. Молодцы, уверены. Что там время? Время? 8 минут. 8 минут. Ну надо ускоряться, да? Можно понять, что такое капец? Да. Ну, я попал в лицо. Камера чистая. Морда не очень. Главное, камера. Ого. Что тут за спуск, ё-моё. Тут очень жесткое место. Ёлки-палки. Удержались. Хорошая артикуляция. 6 минут осталось. Берёза сзади. Сзади дерево, дерево сзади. Юля, дерево с лентой сзади. Потеря времени. В Литве на такое не тратят время, люди сразу цепляют лебеду и побежали, то есть драгоценные секунды может не хватить потом. Закусывает. Саня, ты на Вранглере мог выиграть здесь. Thank you.
ТВХ дубасит. Саня, ты хотел, чтобы я так ехал, да? Юля вместо меня выполнила твое задание. По прямой назад. Все. Да, это вам не покатуха, тут все по-другому совсем. Заднюю и вперед пусть тянет. И на задней скорости тебя скинет с петля. Вот, заднюю включай. Лебедкой вперед пусть тянет. Лебедкой скажи, чтоб тянул. Такой прием Леня еще не отработал. Простое относительно место. Не такое оно простое. Тут, конечно, рельеф бешеный просто. Когда смотришь на это все снизу, жесть. Леня, тянешься вперед, крутишь колесами назад, и тебя б сбросило. Одновременно это надо делать было. Все, время не хватило. Да, они вложились. Франц такую свечу запустил. Да, крепкие хаммеровские агрегаты. Так, Алёня продолжает. Да, очень быстро там Франц идет. Так, друзья, сейчас интересно будет. Нива стоит на этом же спецучастке, которая чуть-чуть нырнула. Ну, все нормально, видели, машину завели, поехали. То есть вопросов нет и продолжают участвовать. Но теперь надо Леня, чтобы отсюда уехал. Становись, Сэм, встань, отвесь его. А, веревкой, дай Сэму веревку, Юль. Дай веревку Сэму.
Не, ну так я же не мог взять, за что отвешивать. Он же в парадной форме, да? Тут два новых участника появилось, серьезно. Не, что Лёдю поставила поперек трассы. Там два бугая нормальных, это не Юля. Должны удержать самурай. Давай, давай. Слышите, пацаны, я скажу, когда пускать. Все, можно пускать. Надоело с этого места уже. Съемка вам непонятна. Но тут реально, чтобы вы понимали, по какой они почве едут, тут просто навернуться проще простого. Да, очень много интересных моментов. С Нивой интересно сейчас будет посмотреть. Ребята там уже 57-й раз вперед-назад делает Леня. Саня, вам с Сэмом семейную фотографию, Юля тоже в кадре. Ходом надо, Леня, ходом! Так, тут новые пошли вариации. И Юля отвешивает, и бугаи держит. Но Леня, воз и ныне там. Блин, сейчас попробую вернуться я вниз, точнее спуститься к ним. Тут есть накатанные тропы, но очень опасные. Так. Ёлки, бугаи, что-то вы слабо держите, ёлки. Мне кажется, а мы вдвоем крепче. Я снимаю, можете нырять к Лене в салон. Нормальный экшен такой. Подождите, я перебегу ему дорогу. Нет, что-то тут совсем жесть. Не знаю, кто тут после Лени. Пацаны, можете меня перетащить этой веревкой? А. Йо, ну камера, что вы делаете? Так, Леня, сможет он что-то тут показать интересное? Давай, бугаиди, берите веревку. Объехал он это препятствие. Сложно. Руль маленький. Ходу, ходу, газу! Ё-моё, Лёня, я тут при чём? Не наезжай на меня, Лёня!
Леня, не наезжай! Держите, он на меня едет, елки! Тут видна вся трансмиссия Лени. Ого! Равняй, равняй назад! Да, да, давай! А руль уже влево. Ёлки, тут просто какая-то почва, глина. Очень скользкая. Так бы и раньше. Все траектория. Все траектория. Смотри, а тут как едет, как по асфальту. Леня мог победить, конечно, в этом месте. Просто одно место. Все запороло. Смотри, если бы не это место, реально мог. Мог пройти. Леня выезжает, как заехал, видите. Да. Один момент. Короткая легкая машина, траектория сбрасывает, не попадает и все. И тут вот похожий момент. Да, обидно, но ничего. Так, ну сейчас Нива, эти, конечно, серьезные ребята. Сейчас будет экшен, наверное. Как он, блин, идет на финиш там, так шел хорошо, понял, вообще красиво прошли. Идет на финиш, и что-то с бугра с этого, видно, не увидел. И упал. И упал в лужу. Так, побежал штурман, тут резкий, видишь какой. Что, смотрим. Тут для них все должно быть несложно. Запрыгивать. Эти Нива. Перед самураем. Все, тут лебедка. Ну, стартанули очень уверенно. Тянули уверенно, дерево правильно. За это нельзя. За это нельзя, оно же обмотано, дальше. За это нельзя. Отдай! Отдай! Там Юра зажигает на Врангеле. О, интересно, это моменты. Юра. Там очень сложное место сейчас на подъеме. Сейчас покажу вам его. Пока тут Нива лебедиться будет. Да, там он, Юра, на грани. Отдай, ему. Размотай. Там на барабане намотало. Да я понял,
старая береза падает. Что там такое, оборвало? Береза не держит. Нива, да? Там 2.1, кто-то мне говорил в прошлом году мотор. Не знаю, правда или нет. Не знаю. Ну, сверлит конкретно. У тебя 1.7? Обычный? Инжектор. А, инжектор? Ну, хватает его, наверное, вполне. Ну, поинтереснее, чем карбюратор едет. Ну, да, да. Нету провалов, ничего. Да? А ты ставил сам, да? Движуха продолжена. Ну, потеряли вот следы краски. Вот здесь и здесь. Нива, конечно, поустойчивее самурая. Значительно. Штурман очень быстро. Ёлки-палки. Что это было? Что это такое? Ну, не упасть Ниве под колес. Вот это место, где Леня проехал. Намного она тут себя увереннее чувствует. Совсем другая история. Ну, молодцы. Красавцы. Просто красавцы. Вылет. И финиш. Отличный результат. Нива рулит? Да, Юра там до сих пор едет. Финиш.